Так мальчишки и девчонки, а также их родители, любители авто, а также не любители. Назло последним, коллектив автостопа вернулся из краткосрочного отпуска и рад предоставить вашему вниманию очередное детище баварских автоконструкторов BMW 325i. Мы с вами находимся в салоне самолета. Да-да, я не ошибся. Правда, самолетом эта машина не является, но пропеллер на капоте, а именно такой знак использует боярище мотор Энверка, вполне себя оправдывает. Потому что эта машина сродни самолету, по крайней мере, по набору скорости. Скажем честно, мне, любителю американцев, садиться в этот небольшой с виду автомобиль было немного непривычно. Все-таки это не пятерка и далеко не семерка. Однако едем мы в машине с кузовом купе. И место здесь очень прилично. BMW 3 серии является заслуженным конкурентом Мерседесом С-класса. При внешне практически одинаковых размерах BMW гораздо быстрее. Она динамичнее. Ну а знаменитая управляемость этого агрегата выше всяких похвал. Это чисто европейское купе. По всем характеристикам. Мощный двигатель, маленькая юркая машина с острым управлением. Но все-таки есть от нее что-то американское. А именно кузов хардтоп. То есть жесткая крыша и стекла без рамок. Именно такой кузов использовали раньше американцы на своих покорителях дорог. Многолитровых дрэгстерах. И все-таки спортивное купе – это вам не игрушка. Это настоящий агрегат, почти Феррари. Здесь нужно прежде всего умение водить, ну и некоторая подготовка. То есть я бы не сказал, что сразу сев в этот болид, вы сможете им правильно управлять. Здесь цепкие тормоза, очень яркое рулевое управление. Очень острое, и такое впечатление, что сразу после начала движения гидроусилитель рулевого управления отключается. Потому что руль очень жесткий. В прошлой передаче мы катались на Audi A4 такого же примерно объема с турбонаддувом. Но здесь, конечно, BMW впереди планеты всей. Очень оборотистые и тяговитые движки. Они нравятся, серьезно. Но острота рулевого управления позволяет творить на дороге чудеса. Причем мы уже говорили, что в этих машинах можно ехать со скоростью близкой к 140 км в час, а ощущать себя, как будто едешь 90. Удивительно, как это удалось немцам. Машина идет цепко и ровно. Подвеска не бренчит. То есть за ней ухаживали, за этой машиной. И соответствующая цена $7000, я думаю, заставит многих задуматься, стоит ли брать это железное чудовище, пусть даже снаряженное, в принципе, неплохим движком, но которое нельзя даже сравнить рядышком с этим чудесным творением. Кстати, вот одно из этих чудовищ едет сзади. Сейчас он обломается и жестоко. Потому что машина на двоих и для двоих. В принципе, сзади места много, но все-таки комфортно вы будете себя чувствовать, когда будете ехать вдвоем с подружкой, а сзади будет сидеть ваш очаровательный малыш. В принципе, эта машина предназначена как для дальних путешествий, так и для езды по городу. В принципе, и двигатель, и подвеска все к этому располагает.
В общем-то, можно сказать, что машина упакована до предела. Здесь есть практически все, ну, разве что нет кондиционера, зато прекрасный люк. А шикарные, здоровенные окна, смотрите, нет боковой стойки, создают в машине атмосферу комфорта, эдакий приятный ветерочек. Автомобиль BMW и марка BMW имеет уже богатую российскую историю. Вы вспомните только, сколько кличек у этого автомобиля. Кличек ласковых. Бэха, БМВуха, Баян, Бэшка. Я думаю, что это от большой любви. И машина этого заслуживает. Как всегда, автомобиль на тест-драйв нам предоставил авторынок Вэлл. Мы не будем терроризировать этот замечательный агрегат. И вам, в том числе, дадим возможность понаблюдать, насколько прекрасно и симпатично эта небольшая машина ездит по нашим магнитогорским дорогам.